Привет, друзья! С вами Никита Куликов, и это вторая серия игры на сборке Swells Next Gen. Так, за кадром я доделал вот эту печку. Также я сделал бронзовый молот и покопался в шахте. Бронзовую кирку еще сделал из тинкера. Так, далее покопался в шахте, добыл кучу ресурсов. И понял, что той энергии, которая есть у нас сейчас, ее вообще не хватает. Нет, я на полном серьезе, вообще не хватает. Так, и нам нужно добыть немножко песка для того, чтобы сделать сейчас солнечные панели. Да, я хочу перейти на солнечные панели. Это очень хороший вид энергии. Потом я думаю постараться перейти на Railcraft энергию. А именно на бойлеры. Я думаю, это очень хороший способ получения энергии. Хотя посмотрим на самом деле-то. Но первоначально нам нужно действительно использовать солнечные панели. Так, давайте сейчас загрузим. Пока оно будет загружаться. Я вам объясню, как я автоматизировал вот этот вот две машины. Так, давайте подадим энергию. Так, вот в этой машине мы нажимаем на Configuration и назначаем выходы. То есть по синему цвету мы выпихиваем Output. По красному цвету мы принимаем Input. Чтобы включить Input, надо нажать на эти кнопочки. То же самое и в этой машине. Вот эта кнопочка — это автосортировка. То есть все, что положено в один из клеток, будет равномерно распределяться по всем, собственно, по всем слотам входа. Так, далее мы сделали стекло. И теперь давайте сделаем вот эти панельки. Solar. Делать сразу я буду большую, то есть немного маленьких, а одну сразу большую. Возьмем редстоуна. Я, кстати, нашел за кадром 7 алмазов. Это нехило так. Так. И немножко осмиума. Хотя есть у меня нехилые подозрения, что того стекла, который у нас сейчас есть, нам не хватит. Так, давайте хотя бы так. И нам нужно вот этот вот в одной большой солярной панельке 4 маленьких солярных панельки. Одна, то есть это 3 умножить на 4. Это 12. Нам нужно 12 таких маленьких панелек. Мы сейчас получилось так, что нам сейчас не хватило песка. Ну и стекла, соответственно, тоже. Сейчас я быстренько сделаю лопатку. Так, дерево. Оп. И лопатка готова. Здесь вот у меня недалеко есть песочек. Нам нужно всего ничего. 4, я думаю, не хватит, а вот 5 как раз. И думаю, мы это даже жарить будем в печке обычной, а не в факторе. Сейчас. Уголь. Один уголь. И жарится. Так, хотя нет, здесь 2 стекла еще есть. И нам осталось подождать лишь немного. А пока что давайте сделаем энергии ячейки. Золота у нас есть немного. И вот здесь есть немного золота. Хотя пуму-то вообще нифига не немного, а дофига. И нам нужно сделать вот эти штуки. 4 штуки. Это батарейки. Так, 4 штуки. 1, 2, 3, 4. Раз, два. Не так. Раз, два.
еще вот так. И стекло почти закончилось готовиться, а постоянно забываю, что у меня один верстак. Давайте сейчас сделаем, дабы не отходить от кассы, второй верстак. Немножко выше, чем первый. И проба на shift-click. Так, где ты? Не работает shift-click. Что уже начинает надоедать? Не работает ни shift-клика. Так. Ай, пофигу. Раз, два. А теперь у нас есть 12 соляных, 12 панелек. И мы можем приступить к самим соляркам. Их нужно скрафтить 4 штуки. Так, где тут у меня? Тут был молотый осмиум. Да, я подготовился к серии. Угу. Так, стой! Еще одна. Они не стакуются, я знал. Так, сама большая панелька. Ух ты! Я думал, что я вот этих микросхем скрафтил наугад. Оказалось, очень даже угад. Тогда мы получили большую солярную панельку. Теперь ищем сталь. Где-то эта сталь была. Угу, вот и сталь. Для чего мне сталь? Я хочу сделать трубы. Нет, не так. А как? Вот так. Это pressure tube. А, energic. Сейчас. Нет. Сколько всякого по Energic. Так. Basic Universal Troop. Universal. О, нашел. Basic Universal Troop. А, ага, Redstone. И еще, знаете, я немножко подумал. Давайте сделаем сразу немножко продвинутые трубы, так как делаются они не очень-то и трудно. Так, давайте сразу 16 труб. И теперь вот этот страх нужно убрать. Так, ведро я что-то не вижу поблизости. Вот ведро. И теперь мы можем вполне спокойно... Снимается киркой, да? Снимается. Мы можем вполне спокойно разобрать нашу дурмашину. Снимаем вот эту планочку. Так. Так. Снимаем вот эту планочку. Так. Так. Вот ту вот далекую не могу. И вот это. Так. Готово. Я разобрал наш хед-генератор. Сомнительное достижение. Ай! Чуть не провалился. Вот я сейчас лоханулся. Два энрич того. Хорошо, сейчас сделаем. Два. И делаем немножко обгрызенные трубы. Так, далее вот этот весь страх надо закрыть хотя бы кобблстоном. И давайте посмотрим, где там выходит. Сейчас день, и вот этот вот ночь. Сейчас ночь, и вот этот вот Грейсталкер находится в сети. Поэтому давайте я немножко подожду дня и вернусь. Ой, что-то как-то очень долго ждать день. Давайте я сейчас... Сделаю трубы и эти обгрыжу. Ну, как сделаю более улучшенным. Обгрыжу, наверное, не очень правильное выражение. Вот. Куб. Я все решился, что он здесь будет стоять. Ага, заперли. Ой. Это было случайно. Так. И давайте, наверное, наделаем гладкое камни. Где камень? Где этот уголь? И положим сюда еще один уголь. И вуаля. Готово. Так, день еще не настал. Будем очень надеяться. А пока давайте пророемся вверх.
Вот здесь вот давайте. Вверху. Так, люблю морф. Превращаешься. А, зажало. Это ненормально, что меня зажало. Вот здесь факел давайте поместим. И, кстати, я пришел к выводу. Так, уж больно мне не нравятся те рычащие звуки и приближение земли. Так как если я выпрыгну, я боюсь, что на меня кто-то пойдет. Давайте первым делом закроем вот это вот безобразие. И вот это вот сверху. А, ладно, все равно скоро переезжать. Так. Зачем я вообще сделал этот камень? А для того, чтобы его порезать на микроблоки. Где-то здесь были микроблоки. Вот пила. Так. Так. И вот так. Ай! Куда пила ушла? Так. И давайте сделаем немножко вот так, чтобы уже иметь возможность провести трубы. И закупорим этот проход трубой. Ого! Круто! Но как-то недейственно. Вот так вот. Оп. И труба дошла. Теперь давайте ее закроем, дабы она не так ужасно выглядела. Закроем, я сказал. Ладно, давай отсюда. Отсюда тоже не получается. Давай вот так. Вот так вот. Конечно, ужасно смотрится, и я не представляю себе понятия, как это закрыть. Вообще, я зря, наверное, здесь провел. Очень я сгупил. Надо было вот где-то вот здесь. И вот это надо убрать. Так. Здесь, если мы проведем дырку, все будет нормально. И привет, друзья. С вами, собственно, опять я. Почему так произошло? Сейчас я вам немножко расскажу, что произошло с того, как я сказал, что я вот здесь вот сейчас переставлю вот этот вот энергохранилище. Ну, во-первых, я его переставил. И провел вот здесь вот трубу. Почему я это все не заснял? Я-то это заснял, но файл получился битый, я уж не знаю почему, бандикам меня подвел. Да, я записываю бандикам. Далее. Вот здесь я провел еще трубу. И за время, пока я тут гулял, энергия повысилась. Так, так, так. Вот. Что я еще... Сейчас я вам покажу эту солярку. Сейчас, ну, эту солнечную панель. Вот эта солнечная панель. Самое интересное, что первый раз, когда я ее поставил, вот первый раз на записи, сразу же полил дождь. Нет, я серьезно. Вот сразу же полил дождь, как только я ее поставил. И был день, ничего ему не мешало, но полил дождь. Ладно. Далее. Так, вот. Сейчас накопилось немножко энергии. Далее, потом. Что я сделал? Я переработал один алмаз в такую вот палочку. Вот, такую палку. Далее я наделал обсидиана. И сделал вот из такого дёти обсидиана вот такой Refined Obsidian Dust. Вот. И преобразовал его в такие вот палочки. И благодаря этому я сделал атомиколоид такой вот. Вот так вот. Оно крафтилось. Ну, собственно, наверное, это все, что я сделал. Причем самое интересное, что вот это все, что я вам рассказываю, оно заняло немало так времени. То есть, в принципе, времени с последней нашей записи прошло много. Так, далее, вот этот вот Ender Pearl. Вот этот Ender Pearl. Я взял, ну, Ender Lily Seeds, я взял у друга. Вместе с Endstone. Endstone, кстати, добывается легко и просто в Tinker
печки. Сейчас я вам покажу, как. Вот так вот. Так, ну, собственно, прошу прощения, больше такого не будет. На деле-то я постарался, наоборот, сегодня поменьше закадровой работы делать, потому что мне уже пожаловались. Но больше такого не будет, еще раз повторюсь. Так, вот это сейчас закроем вот этими вот микроблоками. Вот так и вот так. Вот так вот. Так, ну, собственно, на этом все. И я закончил серию, потому что я записал там более 20 минут. Па-па-пам. Далее. Давайте сейчас начнем делать то, что я хотел сделать в следующей серии. Но по причине того, что я уже говорил, у меня крашнулась запись. Вот, Atomic Disassembler. Нам нужен Osmium компрессор. Мы возьмем один компрессор Coil. Coil. И 5 обычных железа. 5 обычных слиток железа. Засунем сюда. И вы смотрите, 100 карбонов. То есть, одна такая палка, я ее получил из одного угля в этом чембере, дает 10 как бы единиц, единиц угля. Так, ну у нас уже есть сталь. Поэтому пора сделать что-то полезное. Так, осмиума у меня категорически не хватает. Надо будет в шахте чаще обращать внимание на осмиум. Так, просто я его обычно пропускаю по привычке, потому что он не шибко-то нужен. И давайте сейчас осмиум компрессор. Вот этот осмиум компрессор. Делается он не так уж и трудно. Так, здесь нужно два ведра почему-то. Зачем два ведра? Ну, два ведра, собственно, проблемы с этим не составит. Давайте сейчас возьмем 6 железа. Я знаю, что у меня есть еще ведро, я хочу делать еще одно ведро. Так, раз ведро, два ведро. Так вот, и надо будет сделать сейчас хорошие микросхемы. Так, обычные микросхемы у нас есть. И теперь из них делаем более усовершенствованные. Красные микросхемы. Вуаля. И получаем осмиум компрессор, который подключаем к нашей сети. Еды у меня почему-то нету. Ага, нету еды, да. Так. Ну, у меня есть яблоки. Которых я сейчас постараюсь набрать хотя бы одну штуку, пока я не умер. Давай. На деле это яблоня первым делом ее поставил, дабы питаться. Потому что яблоки без инвиромайнов или всяких модов там на выживание, это очень хороший способ питаться. Особенно если у вас есть такая вот яблоня. Так. Ух ты, классно как пролетел. Сейчас похумкаем. И нам нужна опять обсидиан пылька. Давайте сейчас доделаем сталь. И сделаем из дёти обсидиан даст, нормальный обсидиан даст. И я думаю, придется сделать еще один металлогик инфьюзер. Давайте-ка вот этот вот компрессор, его переставим вот сюда. А вот здесь поставим еще один металлогик инфьюзер. Давайте его сделаем. Металлогик инфьюзер. Делается он примитивно. Возьмем из дефнала немножко кобальт. И так. Возьмем железо. 4 железа вроде бы там было нужно. И 2 врастона. Так, смотрим. Вообще жалко, что shift-click не работает, хотя shift-click, наверное, не работает по причине того, что у меня осмиум отсутствует в инвентаре. Давайте попробуем еще раз проверить shift-click. Нет, печально. Металлургик инфьюзер готов. Нет, это явно не то, что я хотел сделать. Вот, металлургик инфьюзер готов. И осмиум компрессор тоже.
Далее давайте заправим. Во-первых, поставим это на переплавку. Во-вторых, вот это заправим алмазом. Есть у меня алмаз. И идете. Все. Все у меня есть. Оп. И вот так. И теперь давайте посмотрим, как делается то, что я хотел сделать. Это у нас механизм. Это у нас вот эта штука. Если она была где-то здесь. Это кирка. Очень крутая кирка. Вот. Обсидиан, который делается из вот этого порошка. С осмиумом. Работает шарманка. Неужто нужно два осмиума на один обсидиан ингот? Да вроде не должно быть. Даже немножко больше. Так, и теперь мы можем сделать эту кирку. А нет, не можем. Нам нужен энрич талоид. На который нам нужно... Давайте сделаем сразу 10 энрич талоид. Делайся. И теперь выставим рецепт. Один атомик. Так. Так. И вот здесь нужно 4. 4 таких штуковин. Так, дальше надо будет сделать робот. Зачем? Потому что я люблю роботы. Да, именно из-за этого. Не сомневайтесь. Та-дам! Мы сделали нашу кирку. Теперь давайте я вам покажу, насколько она крута. Вот мы его заправили. Сейчас давайте посмотрю, какие здесь режимы есть. Я помню, что у этого инструмента было несколько режимов. Во. Slow, fast. Давайте fast. Теперь я вам покажу, насколько она крутая. Смотрите. И тратит она не так уж и много энергии на самом деле. Если сравнивать его с другими подобными инструментами, которые могут с такой скоростью копать. Так, и теперь. Далее. И немножко подумав, я понял, что не дело тратить в такое время ресурсы просто так. И поэтому давайте, ну, в такое время, когда энергии мало, поэтому, наверное, лучше сделать ветряк. Хотя, не так уж и много он вырабатывает, хотя, ладно, нормально, с энергией потом разберемся. Так, и теперь то, что я хотел сделать робота. Нам нужно 2 Energy Tablet. Посмотрим, как делаются эти Energy Tablet. Вот так они делаются. Это нам нужно 4. Плюс 1, 4. И много стали. Сталь сейчас будет. Так, так, так. 5 железа. 5 железа и... Всё. Так, робот, робот, выдайте мне робота. 2 Obsidian Ingot. Вот это, кстати, проблема. Хотя, собственно, с виду-то никакой проблемы-то и нету. Давайте сейчас возьму бакет. Вскопаю вот здесь вот дырочку. Так, 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 так. Спокойно, спокойно. Факел. Угу. И покажу вам, как быстро вскопается этот обсидиан. Вы видели? Это обсидиан. Смотрите, как я его быстро вскопал. Неплохо бы было эту штуку сделать на краш-офе. На бласт-офе. Постоянно путаю его название, на самом деле. Так, это тогда 2 Energy Tablet. Угу. Золото у меня весьма приличное количество. И немножко редстоуна. Да, знаю, мне больно. Я люблю боль. 2 Energy Tablet. Так, дальше сталь.
Электрик, вот эта вот штука. Электрик часто. Так, нам нужно два сундука. Надо найти еще где-то дерево. Дерево у меня было, я точно помню. Или не было. Или не точно помню. Ну, собственно, его хватит. Так. И вот так. Так. И вот здесь микросхема была. Одна штука. Давайте эту микросхему здесь расположим. Постоянно теряется этот робот. Вот он. И сверху стекло. Чего-чего, стекла у меня нету, зато есть песок. Так, здесь я оставлял делать сталь. Сталь делайся. И одно стекло. Давай, давай. И стекло тоже есть. Таран. Сундук готов. Так, далее нам нужно сделать вот так. Вот так. И сверху сталь. Один слиток стали. Которая, кстати, у нас сейчас должен появиться. Один слиток стали. Обсидиан не забыть раздробить. И вот сюда осмиум положить. Два слитка. Так. Два грязных обсидиана сделано. Сейчас мы их обогатим, можно так сказать. Возьмем сталь, которую мы скрафтили. Па-пам. Обсидиан делается. И еще один очищенный обсидиан. Давай. Давай. Тебе хватит жидкого осмиума. Я знал, что тебе хватит жидкого осмиума. Я в тебя верил. И робот готов. Та-дам! На самом деле делать я из него как бы площадку для заряда не буду. И поэтому я буду из него делать вот это. Но наша серия, тем не менее, подходит к концу. И поэтому, ребят, всем до свидания. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого видео. На деле это видео получилось неким скомканным, потому что у меня, еще раз повторяю, у меня просто-напросто видео удалилось, оно не восстановилось. Никак его не восстановить, я не знаю, что произошло. Прошу простить меня. Следующие серии будут менее скомканными, такими, то есть более обширными. Я буду рассказывать все подробней. Ну, собственно, на этом все. Пока.